Всем привет! Вы на канале Spice TV. Наверное, это вы слушаете в последний раз. Потому что я хочу переименовать канал. Да, я хочу из канала переименовать из Spice TV в экзохоми. В переводе как экзотическое увлечение. Потому что я считаю, что Spice TV уже не особо подходит этому названию, потому что уже тут совсем не только пауки. Пауки это уже вообще не основное, как? Ну, не основное. В участники канала, ну, не участники, но... Ну, я думаю, я не знаю, как это объяснить. И поэтому я хочу переименовать канал. А вот я считаю, что экзохобби как раз подойдет к названию и к ящерице, и к растениям, и к паукам, и к насекомым. И, кстати, кто сейчас не понимает, что он видит, каких солдатиков, что это за трава и веточки, тот может посмотреть по подсказке в правом верхнем углу. Видео с моим вечным террариум с обитателями. А мы продолжим. Я переименую канал, но не переживайте, любители пауков. Тему пауков я не заброшу. Я вообще, канал у меня останется тот же. Я буду снимать про ящериц, растений, пауков и насекомых. И про пауков также. Да, и так что, и ну, пауки, они не будут выходить видео примерно, видео про пауков будет выходить примерно через 2-3 видео. Да. И так что будут здесь видео про моих ящериц, про мою ящерицу, насекомых, вечные террариумы. Ну, возможно, я еще буду делать растения. И, возможно, тоже буду на природе показывать каких-нибудь животных. Немного рассказывать про них и отпускать. И, может быть, будет потом еще что-то. Ну, и на этом все. Я вам рассказала такую небольшую информацию. Я переименую канал в экзохобби. Ну, у меня, естественно, описание там и все такое. Да. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока.